очень хладнокровно так получилось эпизод реализовать, и очень красиво, вспомни сам. Ну, там Делвин разобрался здорово, все вовремя сделал, покатил здорово и просто исполнил. Решение вмиг пришло? Да, сразу решил, что так будет быть. А два матча, два забитых мяча, я думаю, что уверенности у тебя точно больше стало. Ну, да, после голов уверенность становится больше, но очень рад, и то, что выиграли, и то, что забил. Первый сбор, можно сказать, закончился, уже одна тренировка осталась. Какие впечатления от работы две недели здесь? Ну, работа прошла, думаю, все выполнили все, что требовал тренер. Там какие-то есть микротравмы, но это, думаю, игроки просто не хотят усугублять, и поэтому там берут паузы. А так все, думаю, прошло здорово, и готовимся на следующий сбор. Леш, позволь вернуться все-таки к взятию ворот. Футболисты молодые, они все-таки стараются вот такие стопроцентные моменты решать наверняка. Неужели вот такой черпачок для тебя это как раз является решением наверняка? Да как-то просто всегда любил, знаете, как-то перекидывать. Тем более давно уже не проявлял этот, такую подсечку такую. И как-то вот сразу почему-то в голове этот эпизод как-то вот решил подсекнуть и исполнил. Многие болельщики отмечали, что сегодня ты, как всегда, действовал на позиции 10 номера, но можно действовать постольку-поскольку, по зоне, а ты именно сегодня был ведущим футболистом. Мы все правильно поняли, что к этому стремишься и ты, и тренерский штаб? Ну да, я уже давно говорил, что хотел бы, чтобы большинство времени шло через меня. Стараюсь как-то двигаться, появляться во всех зонах. Ну плюс сейчас уже так пытаемся наладить футбол внизу, через пас все, и как-то вот всегда с мячом. Рад очень, что больше времени у меня мяч. В первом матче сыграл 45 минут, сегодня уже 90. Немногие футболисты столько же провели на поле. Готов сказать то, что физически ты уже хорош? Ну, наверное, не до конца все-таки все равно. Но уже где-то рядом. И рад, что вот, ну, я один из немногих, кто сыграл 90 минут, потому что это проверить себя, проверить свое состояние. Выдержал вроде, выиграли. С хорошим настроением домой.